Все, в Нижний Новгород. Все, мы в Нижнем Новгороде. Все, сейчас выходим. Едем домой. Вот он наш вокзал Нижнего Новгорода. 3 месяца назад мы отсюда же уезжали. Московский вокзал. Зябко, зябко, 0 градусов. Сейчас на улице. Метро. Выход нам надо. В город. Холодно. 0 градусов сейчас. Бррр. Мы дома. Народу, капец. Сколько народу вообще, капец. Хотя главное успеть вызвать такси. Потому что иначе мы туда не уберемся, не уедем. Народу тьма. Прохладненько. Так, сбежу на улице. Вот там наш ТУМ. Республика, Евроспар. Что там еще у нас? Додо пицца. Природные кассы. Пригородные. Фу, блин, пригородные. Касса РЖД. Холодно, я же даже капюшон надела. Вообще, дома. Да, после тайских 30 градусов это ноль. Прям как это? Свежо. Да, вот? Свежо. Да уж. Я бы попросил, да? Сегодня ночью до минус 5 градусов. Что там, где он? Там? Да нет. Ну, что вы, блин, вышли? Сколько детей, а? Там черлидеры или что-то такое? Весь вагон разнесли. Точнее, даже не вагон, а поезд. Носились туда-сюда. Не, вагон у меня. Не вагон? Туалет. Засрали весь. Ага. Засрали. Бумажек накидали там. Пускать перестал. Короче, там... Не, есть нормальные. Там мужик на них даже жаловался. Я вообще что-то даже не сходил ни разу. Короче, стоим, ждем. Ой, вот он наш московский вокзал. В принципе, уже сухо. Уже сухо, хорошо. Снега прям так это не видно. Мне, конечно, есть вон там сугробы, но все же. Холодно, зябко. У меня руки аж мерзнут. Мальчик. Сейчас домой поедем. Домой. Сейчас что там за 3 месяца стало? Ой, страшно даже. Блище, наверное, где-то. Даже робот не смогли подключить, он как-то слетел и все. Не подключился, так что его не гоняли. Сейчас надо прийти и подключать, а потом уже его запускать. Так вот. Пока пыль не сбаламутили. Все. Вот тут дверь красили, походу. Что там? Что-то такое, не знаю. Еще все как было. Тут ремонт делать. Сейчас посмотрим. Короче, все на месте. Лифт на месте, все на месте. Наш лифтик. Лифт так и не поменяли за 3 месяца, короче. Сейчас. Мне кажется, вряд ли его поменяют. Вот окошко поглядишь, вот какой стол. А ты видел? Ты обратил? Я тоже не обратил внимания. Сейчас а там темно сейчас. Ну, что там? Что там открывай, открывай. Стоп, стоп, замков. Тогда ладно. Ну что, дом, милый дом. Туалет пахнет. Вода, наверное. Так. Вода закрыта, потому что. Вообще надо, кстати, открыть окна, чтобы проветрилось. Ну-ка, что у нас тут? Да. Че? О, нифига себе, они как высохли. Нифига себе, горошинки стали. Ну-ка, песок. А это этот, это вода высохла. Сейчас надо это залить будет. 3 месяца что-то ты думаешь, что вообще страшно. Чё? Я все перекрывала, да, все. О, здесь это упало. Штука как всегда. Да, блин, этот. Мыло-то какое. Да? Ну, вода идет. Помыть. Горяченькая водичка-то. Да, жарко дома. Прям очень сильно топит. Дома жарко.
Жара, дома жара. Мне сейчас еще такси, короче, вызвали. Он, блин, с тобой справлялся. Встал возле сына. И все, и стоит, и ждет. Ну, тут не чемодан, мне тут еще бежать припрыжку. Ну, вот, холодно. Конечно, после тайта. Это вообще квадрога. Стоял уже, капюшон надел, что я делал, что замерло. Так, надо мне это как-то менять. Что говоришь? Я не знаю, как ты вызываешь, так что... Я говорю, Габрюша был выключен. Выключен? Да. Ты говоришь? Нет. Кнопка выключен. Сейчас он включил? Да. А что, он был выключен? Странно. Да, Груша, оказывается, много выключено, прикиньте. Надо новую вот эту штучку купить. Что-то эта фигня вот вообще не держится. Все, водичка. Не высохло? Что там, еще много осталось? Теплое, да? Да. Надо помыть хоть. Нормально. Кубок я помыла. Вот раньше, знаете, у меня было состояние, когда домой приезжаешь, как ты, кто я, где я. Сейчас нет, все нормально. Видите, как тут вода. Ой, внутри она желтая, капец. Сейчас так высохли, капец. Они здесь были. Надо еще такие будут купить. Так, надо сейчас залить будет что-нибудь. Нормально было. Что это такое лица? А, это эти прилипки. Прилипалки. Так. Ведро. А? Отопление топит. А, да, топит. Вообще прям так нормально топит. Какой-то жук. Майский. Майский жук. Ну, все как было, так и осталось. Даже пыль-то, в принципе, особо нету. Ну-ка, что у нас тут из съестного? Вова, полно хреновины! Вода есть даже какая-то. Немножко. Слушай, посмотри, у нас на лоджии вообще вода есть хоть какая-то. Нина, знаешь, еще получше. Что это такое? Кустрах. Короче, здесь все нормально. Здесь вон грибы есть, перцы. Пельмени две пачки. Что, расслабься. Тут мясо какое-то, вон еще, сосиски. Фига себе. Короче, живем. Воды, правда, нету. Так, я это выкидываю. Это выкидывай, там надо пакет натянуть. Так, здесь у нас все. Здесь у нас все по-старому. Вот, все хорошо. Мои упражнения. Да и у нас там вообще никакой. Вообще никакой. Там полбутылки. Так-то вообще, конечно, надо за водой бы сгонять. Потому что у нас банально даже воды нету. Можно надо 3 бутыля. Да, прям надо сейчас там заказать. Все. Все нормально? И да, что тут? Здесь тоже, в принципе, усё хорошечно. Все хорошечно, все хорошо. Вообще выключен, что ли? Видишь, мы здесь в режиме ждей, так. Это вот. Начать уборку. Ты его сейчас запустил, что ли? Начать очистку швабр. Какой смысл ты его сейчас запустил? Нам тут еще сколько дел-то? Пауза.
Ну, короче, вот. Все нормально. Как говорится, живо будем, не помрем. Сейчас надо будет почистить туалет. Потому что он меня напрягает. Ну, так пыльку маленькую присесть. Ну, в принципе, пыли не особо много. Я думала, больше будет. Телек на месте. Микроволновочка. Ну, пыли вообще практически нет. Ну, есть, конечно, но не так прям, знаете, прям слой пыли. Короче, нормально. Все, живы будем, не помрем. Все, ребятки, мы дома. И это замечательно. Это хорошо. Вот. В общем, завтра начнем уже выпуски, влоги и так далее. А сейчас пока что мы разбираться. Мы дома. Ура! Давайте сделаем заставку на фоне холодильника. Мы дома. Соскучились по холодильнику? Мы тоже. Все, мы устали. Все, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.